Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим о новостях прошедшей недели в мире плагинов и музыкального оборудования. Первая новость, давайте начнем с компании Korg, которая анонсировала довольно большое количество различных синтезаторов, аналоговых синтезаторов и драм-машину. Начнем по порядку, то есть здесь сразу в одной новости я расскажу про три новых девайса от Korg, два из которых уже практически вот готовы к продаже, и один только-только анонсировали. Ну давайте начнем с синтезаторов. Первый синтезатор — это Mini Korg 700FS. Это реинкарнация старого Korg годов 70-х, начала 70-х, то есть такое прям у него муговское немножко звучание. Этот синтезатор проходил несколько стадий модернизации еще в те времена, но, естественно, сегодня, когда Korg решил его переиздать, в него добавили всякие современные фичи, типа дополнительных фильтров, различных алгоритмов, возможностей, добавили новый джойстик для управления модуляцией и много других фич. Ну, наверняка MIDI, естественно, чего не было в 70-х годах в помине. Вот, очень классный синтезатор по виду. Ну, на самом деле, я не думаю, что он будет чем-то отличаться от других монофонических синтезаторов, которых довольно много аналоговых на рынке. Их очень много от разных производителей. Кстати, Korg, мне кажется, решил угнаться в этом плане за Behringer, потому что в последнее время от него стало много анонсов. И так как Behringer посягнул на Monopoly, это тот самый синтезатор, который я лично хочу себе приобрести в этом году от Behringer, Korg решили, видимо, тоже напомнить пользователям о том, что у них тоже было много классических других инструментов, и попытаться их воссоздать. И вот Mini Korg 700FS — один из таких синтезаторов. Следующим анонсом была новая версия синтезатора ARP 2600 с буквой M. Это уменьшенная версия, они обещают даже на 60% меньше, чем оригинал. Их такого полумодульного синтезатора ARP 2600, это тоже 70-х, довольно старый синтезатор. У него уже были переиздания, также Behringer выпустил свою версию, но они решили сделать десктопную версию. Если вы помните, такой синтезатор был MS-20, тоже от Korg. Они делали, изначально выпускали большой MS-20, тоже с 70-х, 80-х годов. И где-то там лет 10 назад, может быть чуть раньше, выпустили уменьшенную MS-20 Mini. То есть такую более компактную, ее можно с собой брать на концерты, поставить прямо на рабочий стол и играть на ней. И вот то же самое решили сделать с ARP 2600, потому что оригинальный размер был очень приличный, там один кейс, такой как большой чемодан дорожный для путешествий, то есть он был, естественно, тяжелый, большой, громоздкий и очень дорогой. Вот эти два инструмента, они, в принципе, уже скоро будут готовы к продаже, два синтезатора, и, правда, первый из них, про который я говорил, Mini Korg, он будет поначалу продаваться ограниченной серией, но впоследствии, может быть, что-то там упростят, то есть это будет версия такая для коллекционеров и ценителей, потом чуть наверняка переработают что-то, потестируют и сделают уже такую широкую версию для широкого круга пользователей. И третьим анонсом от Korg в мире синтезаторов была новая драм-машина, которая называется DrumLog. И ее фишка в том, что она будет в себе совмещать аналоговый драм-синтез с PCM-сэмплами. То есть это, то есть будет возможность загружать свои собственные сэмплы, что-то генерировать на компьютере и загружать драм-машину. То есть это такой больше, наверное, инструмент для лайвов. Я так думаю, учитывая эти возможности, то есть вы можете прямо на концертах с этой драм-машиной выступать, использовать как встроенный движок синтеза барабанных звуков, так и свои собственные сэмплы для каких-то треков или для каких-то мешапов и так далее. Также там, конечно же, будет встроенный секвенсор для того, чтобы в реальном времени что-то создавать, какие-то драм-лупы, филы, целые композиции и так далее. Но пока никаких подробностей об этой драм-машине нет, она даже официально еще на сайте не заявлена. Вышел только один ролик от Korg, где разработчики анонсируют этот девайс и показывают самые-самые первые такие воплощения, 3D-воплощения этой драм-машины, поэтому я уверен, что она будет еще изменяться, дополняться какими-то новыми фичами. Ну, в общем, будем следить за новостями. Довольно интересный девайс. Посмотрим, что нам покажет Korg в ближайшем будущем. Вторая новость также от компании Korg. Korg решила удариться в VR и создала, скажем так, ну или работает сейчас над версией секвенсера, а точнее такой целой огромной цифровой студии для очков виртуальной реальности. То есть это будет такая система, которая сопрягается с различными очками виртуальной реальности, где вы как бы
оказываетесь в некой виртуальной студии и используете те виртуальные девайсы, которые в этой студии есть. Ну, по сути, это как такой некий новый секвенсор DAW, только вы уже его видите не у себя на мониторе компьютера, а вы непосредственно в нем находитесь. То есть своими цифровыми руками можете покрутить любую ручку, настроить микшер, открыть любой редактор, что-то пальцем там потыкать, подвигать, нарисовать. Ну, вполне предсказуемо, то есть, если развивать тему VR, то, конечно же, это прям непаханное поле сделать виртуальную студию, там потом можно будет какой-нибудь Abbey Road воссоздать один в один, кого ты сидишь и работаешь, сидя у себя там дома, в квартире, да, допустим, или в спальне, в каких-нибудь специализированных наушниках или, может быть, мониторах специальных, специально расположенных, ты сидишь и слушаешь, как будто ты находишься в Abbey Road. Ну, все может быть, посмотрим, к чему приведут технологии, все-таки японцы стараются что-то придумывать, японцы вообще очень любят такие вот цифровые технологии, виртуальную реальность, еще с 90-х годов, по-моему, вот, поэтому уверен, что будет что-то интересное, но насколько это будет прям широкий продукт для масс, то есть насколько перейдут на это звукорежиссеры по всему миру, я не знаю, я пока что к таким анонсом и к таким вот каким-то продуктам отношусь немножко больше как к игрушкам и каким-то таким хайповым новостям, хайповым таким инфоповодам. Но вполне возможно, что когда-нибудь это дорастет до такой прям полноценной технологии, когда действительно тебе будет гораздо выгоднее купить такую систему, надеть наушники и почувствовать себя в полноценной студии, чем собирать эту студию в виде железа, занимать место в квартире или там в студии, ну и так далее, работать по классике. Я уверен, что то же самое примерно было в свое время, когда появлялись первые компьютеры, когда звукорежиссеры относились к этому скептически, что, мол, лучше сидеть на железе и там на старых микшерах, нежели переходить на какие-то непонятные допотопные компьютеры с этими еще ранними интерфейсами и плагинами, которые тут же жрали все ресурсы. Но, как мы знаем, сейчас все, естественно, работают в цифровых станциях, в различных секвенсорах, и посмотрим, что будет в ближайшем будущем. Ну и давайте поговорим о софте, о бесплатном софте. Я собрал несколько интересных плагинов, которые вышли на этой неделе. И давайте начнем с первого. Это плагин от фирмы с довольно интересным названием, который называется Печенеги FX или Печенег FX. Они анонсировали бесплатную урезанную версию одного из своих плагинов, которым состоит из LFO и интересных фильтров. То есть это такой модуляционный эффект, который может модулировать частоту. Там можно работать, ну, настраивать различные модуляции различных параметров. Довольно интересно для саунд-дизайна, для каких-то интересных модуляций с синтезаторной музыкой, ну, вообще с синтезаторными звуками, с басами, может, даже с голосом. Можете попробовать перейти по ссылке. Я напоминаю, что все ссылки на каждую новость, о которой я говорю, в описании к ролику. Вы можете переходить, почитать подробнее про все, что я здесь говорю, и скачивать конкретные плагины, о которых я также рассказываю. Так что приходите, смотрите, почитайте, посмотрите обзор этого плагина. Возможно, он вам тоже в вашу коллекцию пригодится. Следующая новость от портала reverb.com. Не знаю, помните или нет, весной, когда случилась пандемия, чтобы поддержать музыкантов по всему миру, Reverb выложила на своем сайте целый огромный набор старых винтажных драм-машин, то есть там было все вообще от самых популярных 808, 909 и там Линдрам, например, до каких-то очень редко встречающихся старых драм-машин из 70-х, 80-х, которые выпускались ограниченным тиражом. То есть они сделали реальные сэмплы, звуки. Я сам периодически использую некоторые из них в своих работах. И Reverb анонсировала еще один пэк, сэмпл-пэк бесплатный, еще одной довольно редкой драм-машины, которая называется EMU Systems SP1200. Также вы можете по ссылке в описании перейти и почитать про эту драм-машину, про ее оригинальное воплощение и о том, как создавались сэмплы. Ну и, собственно, скачать эти сэмплы себе в коллекцию, если вам понравится звучание и вы подумаете их использовать. Опять же, сейчас идет тренд на ретро-девайсы, то есть берут старые синтезаторы, берут старые драм-машины и пытаются адаптировать под современную музыку, под современные вкусы. Это довольно интересно, очень много классных проектов благодаря этому происходит, так что тоже следите за новостями, за новыми звуками, которые появляются каждый день, даже несмотря на то, что это забытое старое, но это всегда можно с помощью новых технологий как-то интересно применить. Компания Spitfire также делится интересным набором сэмплов, который называется Tape Orchestra. Это тоже бесплатный сэмпл-пэк,
который вы можете скачать напрямую с сайта Spitfire, который, идея которой просто запись оркестра обычного на пленку, и обратно, собственно, это все оцифровано и упаковано в виде сэмпл-пэка. И звучит это довольно интересно. Скорее всего, это подойдет, наверное, для какой-то такой дрим-поп-музыки или для озвучивания каких-нибудь фильмов, или, может быть, создания трейлеров или спецэффектов. То есть у нее такое немножечко волнительное звучание, такое даже тревожное, возможно. Но в каких-то треках это может зайти, даже в хип-хопе это может зайти, как такая некая подложка для подбит какой-нибудь, например. То есть можете поэкспериментировать. Библиотека абсолютно бесплатная, так что переходите по ссылке, скачивайте и пробуйте. Ну и напоследок, компания Plugin Alliance анонсировала новую эмуляцию комбика Ampex. Это басовый усилитель, который, ну, часто используется различными бас-гитаристами, стоит много где на репетиционных базах, на концертных залах, площадках, довольно известная фирма. И если у вас есть бас-гитара, то вот есть возможность бесплатно до 17 февраля заполучить к себе в коллекцию вот такой эмулятор басового усилителя. Многие его уже хвалят. Вы можете перейти по ссылке в описании, и там же в ссылке лежит промокод, чтобы этот плагин скачать бесплатно, потому что, зайдя сейчас по ссылке, вы увидите, что он стоит $49, его полная цена $99, и не смущайтесь, вам нужно его добавить просто в корзину и ввести, собственно, промокод из описания к этому ролику, прямо там на сайте Plugin Alliance. Ну, предварительно, естественно, вам нужно будет создать свой аккаунт, если у вас его еще нету. И плагин станет абсолютно бесплатным. То есть это промокод действует до 17 февраля, как я уже сказал. Так что переходите, если вам нужен этот басовый усилитель виртуальный, и вы играете на басу или планируете играть, обязательно скачайте, попробуйте. Почему бы нет, плагин Alliance — очень классные плагины. Поэтому бесплатно получить такой плагин довольно клево. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Увидимся с вами ровно через неделю. Я напоминаю, что серия роликов Quick News выходит каждое воскресенье здесь на канале Logic Pro Help. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И помимо Quick News здесь выходит много роликов по Logic и не только, по работе с плагинами. И в этом году мы будем много чего еще нового выпускать. Поэтому следите за новостями. Вступайте также в наш закрытый клуб, если вы еще не там. У нас есть телеграм-чат, где мы активно общаемся со всеми нашими коллегами, кто работает в Logic, да и не только в Logic, кто просто занимается звуком. Обмениваемся информацией, новостями, ссылками полезными. Конечно же, помогаем друг другу в решении каких-то проблем и ошибок. Так что приходите, я всегда там, всегда на связи. Задавайте мне какие-либо вопросы. Также здесь в комментариях пишите свои предложения и вопросы. Я буду рад все прочесть. Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!